я отец Иосиф, настоятель Римо-католической общины, которая есть в Одессе по улице Екатериновской, 33, и которая здесь, в этом храме, служу. Я хотел бы припомнить всем людям, что мы, крестьяне, должны помнить, что семья, которой мы вышли, которой мы теперь служим людям, что это Богом дано. И то, что Богом дано, то мы не можем изменять. Поэтому мы против гендерной политики, та, которая против того, что Господь сотворил мужчину и женщину. И только такая семья есть полноценная, и такая семья есть благословенная.